Сила в единстве. В преддверии Дня независимости в Петропавловске прошел областной форум Ассамблеи народа Казахстана. На встрече его представители подвели итоги работы Общественного института за 2019, а еще наградили активистов, журналистов и молодежь. Подробности в сюжете Абая Альжанова. В следующем году Ассамблея народа Казахстана отметит 25-летний юбилей. Основная задача Общественного института – сохранять единство, мир и согласие в нашей многонациональной стране, а еще беречь культуру, традиции, язык народов, проживающих на ее территории. Чтобы подвести итоги уходящего года, члены Ассамблеи организовали форум. С предстоящим Днем независимости от имени главы региона их поздравил его заместитель Руслан Алишев. В самый первый день становления независимого Казахстана в основу заложено единство всего народа. Сохранять и укреплять это единство – высшая ценность нашего народа. Наша позиция – единство нации и ее многообразие. Подвели итоги года и отметили лучших – наградами, грамотами и благодарностями. Их получают представители областной ассамблеи народа Казахстана. Золотую медаль «Бирлик» от имени Ельбасы вручили Чингизу Курбанову. Он председатель Азербайджанского этнокультурного центра. Мне, я говорю, вдвойне приятно, что я вот эту медаль я получил, мы получили именно в преддверии Дня независимости Республики Казахстан. Это один из величайших праздников нашей республики. Это сохранение независимости, укрепление государственности нашей страны. Это главная задача всего Казахстана. Удостоились премии от Ассамблеи народа Казахстана и представители четвертой власти. Наша коллега, корреспондент телеканала МТРК Алена Хан, стала лучшей и заслуженно победила в творческом конкурсе «Шанырак». Ее сюжет про развитие медиации в регионе оценили по достоинству. Для участия в конкурсе я отправляла материалы о развитии медиации в нашем регионе. Как раз в октябре здесь проводили семинар кустанайские специалисты, которые учили медиации наших земляков. Очень приятно, что ассамблея отмечает наш труд. Мы очень часто с ними сотрудничаем, посещаем практически все мероприятия, которые они готовят. Без внимания не остались и представители поколения Next. В республиканском конкурсе чтецов Мынбала, который проходил в столице, лучшим стал Мусадин Дурсунов. Он выучил стихотворение известного казахского поэта Макжана Жумабаева «Мен жастарга сенемін». Я думаю, что каждый человек в Казахстане должен знать своих земляков. И с детства я увлекаюсь уже казахским языком. Я думаю, что каждый казахстанец, который живет в Казахстане, должен знать казахский язык и богатство казахского языка. В завершении форума его участники обсудили задачи, которые поставили перед страной президент страны Касым-Жомарт Токаев и Ельбасы Нурсултан Назарбаев. Это реализация программы «Рухани Жангыру», поэтапный переход казахского языка на латиницу и благотворительность. В этом году представители областной ассамблеи народа Казахстана оказали помощь населению на 52 миллиона тенге. Абай Альжанов, Жудызбек Ермуканов, новости МТРК.